Здравствуйте, меня зовут Сергей, я являюсь мастером франчайзи на территории Республики Коми, в частности, это город Сыктывкар и город Ухта. Открылись мы в городе Сыктывкар, это было 1,5 года назад, открыли свой первый магазин. Фабрика нам помогла с выбором ассортимента, необходимого для открытия, помогла советом с выбором места, ну и какими-то техническими нюансами и вопросами. При открытии первого магазина у нас были страхи, что... о том, как это будет развиваться, но страхи сразу пропали по истечении первого месяца работы, когда мы действительно поняли, что продукт популярный, пользуется спросом. За 1,5 года мы открыли еще один магазин в городе Сыктывкар и нашли партнера в городе Ухта. Фабрика поставляет нам продукцию достаточно высокого качества, и мы можем дать нашим покупателям возможность не платить за бренд, а платить именно за аромат. Спасибо за внимание.